Всем привет, друзья! Вы на канале Cloud AM, и сегодня мы продолжаем на следующий день играть в замечательную игру Long Dark. Давайте ставить лайки и подписывайтесь на канал. И сегодня мы постараемся добраться до новой локации. В прошлой серии у нас был обзор нового патча, грубо говоря. В этой серии мы доберемся до локации. Как я говорил, в конце прошлой серии я вам тут кое-что делал между сериями, когда мне надо было поспать. И в итоге, короче, траванулся консервами. И 10 часов мне пришлось отлежаться, чтобы я там отрыгался, все было стало нормально. В общем, веселуха. Я предлагаю еще часик поспать и потихонечку выдвигаться в сторону Desolation Point. Ну, можно было посмотреть, как он называется. Ну ладно, уже фиг с ним, как он тут правильно называется. Потом посмотрим, в принципе. Я будет даже название напишу, как он правильно называется, что там мучится правильно. Давайте что-нибудь перекусим и вперед. Ну, что-нибудь, какой-нибудь орехи скушаем. С едой, в принципе, все нормально, плюс мы дойдем до поинта, там будет тоже дофига еды. То есть все хорошо у нас. В принципе, все замечательно. Как я, видите, показывал, что можно вести предметы на различные поверхности. Куда хотите, тогда и ставьте. Это вам круто. Так. Окей. Надо брать пушку и выходить нафиг, посмотреть, что там на улице. Но, судя по всему, ветра нету, но тут еще много волков вроде. Так. Ладно, пойдем. Нам нужно в ту сторону. А волков тут просто тьма тьмущая. Вон там двое ходит. Вроде как машины все стали вроде как закрытыми заново. То есть я вроде как... Ну я был, потому что здесь. И я уже сколько машин находил, они все были закрыты. То есть, скорее всего, у нас тут после патча, гигантского глобального патча на 1 гигабайт, обнулились машинки, мне кажется. Видите, там чудом ушел от волка. Бежим к чертям собачьим вперед. И собачьим к чертям волчачьим. Все вроде оторвались. Так, ну в конце вон там, ну уже мы, в принципе, близко находимся в эту сторону. Тут по асфальту быстро бежать можно, так что быстро добежим. Мы придем где-то, видимо, вправо-влево, мы будем пойти там в конце. И прийти, грубо говоря, к Desolation Point. Какой-то заброшенный маяк, там что-то в этом вроде, судя по видео. Какой-то гигантский дом. Мы там, наверное, сделаем нашу самую главную базу. Будем жить в Desolation Point. Локация, насколько я понял, не сильно большая, кстати, при этом. Или просто показа видео только одно место в этой локации. Просто по видео кажется, что она очень какая-то маленькая. Вот, мы уже, между прочим, третий день идем, в это время наверняка там уже высушилось в нашем, в первом месте, на первой локации, все наши шкуры уже, наверное, посушились. Но ничего не поделаешь, приходится жертвовать чем-то. Но мы тут недалеко можем вернуться на новую локацию, то есть на третью локацию, не новую, но предыдущую локацию. Так что, если что, вот там где-то в конце тупика что-то будет, по-любому, какой-то переход. Потому что направо точно не было, я так и думал. Здесь какие-то должны быть горы какие-то, предчет как-то. Но я после 2 серии подряд записываю, я не смотрел в интернете. Но все будет нормально, не волнуйтесь. Нам повезло с погодой, кстати. Более-менее все в порядке. Ну, интерфейс, кто не видел, в прошлую серию появился, да. В котором теперь, ну, надо привыкать, но мне уже удобно, в принципе, нормально. Он немножечко отличается, хорош тем, что он показывает всякие различные действия, когда меняются там на определенный шаг. В левом нижнем углу показывает, что происходит. Это медведь или у меня глюки? Ой. Блин, как его пройти теперь? Хера себе. О-хо-хо. У меня прям мурашки, думал, нам в жопу нас загрызут. Вы это видели? А у меня патрон все меньше и меньше. Жопа полная штаны у меня сейчас теперь появилась. Он не сагрился. Я думал, сначала он сагрился, потом не сагрился. Слушайте, на сколько получается? 3 пули в него вошло. Жесть. Ну да быстро, я такой первый раз вижу. Это очень круто. Так, ну вот мы подходим к точке тупика этой стороны дороги. И здесь надо искать вход в так называемую новую локацию.
здесь мы найдем. То есть, либо она впереди там будет, либо где-то будет надо подниматься наверх, либо где-то направо пойти. Фиг его знает. Сейчас скажет, что обвал, а нет. Блин, медведя жалко, конечно, что прибило. Но густо у него заморозится, все будет мясо свежее, только мороженое будет. Да, все машины обнулились, видите, я тут точно был, точно проверял машину. Все машины после патча обнулились почему-то. Не, мне хватает пока. Не нужно. Что-то есть в машине интересное? Вот только если бардачок посмотреть. Спички. Ну ладно, возьмем, пускай будут у нас. Много уже потратил их. Ну вот вопрос, будет ли где-то здесь... Боль путника, да-да-да-да-да. Вопрос, где проход с этой стороны? Ага, вот его сделали все-таки, да? Да, по разбитому шоссе. Это, видимо, какой-то переход будет, а потом будет уже непосредственно новая локация. Ладно, берем пушку на всякий случай. Ребят, поздравляем, мы в новой локации. Очень прикольно пока что. Здесь бы прям в упор волки не встретились, потому что я не успею навестись, потому что, видите, как ружье шатает. Теперь новая система наведения ружья реально напрягает. Так, тут тупичок какой-то. Как пройти тогда? Это хорошо. Слушайте, ну все, новая локация, как я и обещал. Во второй серии обзора на новый патч мы попадем, и мы попали. Я так и думал, что именно в этой стране это будет. Теперь пойдем не спеша, будем смотреть. Называется разбитое шоссе, но вообще-то Desolation Point называется на английском, то есть получается... Чё, съел? Волк. Подожди. А, так у меня 5 патронов еще в запасе. 3 в запасе и сколько там, 9-10 примерно. Сколько много этих кленовых, хотя, кстати, деревьев находится, или это не то? Аккуратно идем. Называется. Сучка. Не, меня реально перепугало тот медведь, я чуть не обосрался. Я думал, что все, жопа нам. Это, понимаю, с ним сражаться бесполезно, там, скорее всего, будет жопа просто. Это брошенный хат, тут непонятно, что происходит. Ну-ка. Заброшенный дом Харриса. Кто такой Харрис? Роджер Харрис? Или Харрисон Форд? А тут что-нибудь поменялось? Теперь, может быть, сверху что-нибудь падает? Нет, что не падает. А, где, походу, тоже что нету, если не ошибаюсь. Минус 7 у нас, кстати. Тепло потихонечку исчезает. Ну, тут что-нибудь, в них пойти нельзя. А, там что есть, подождите. Какие-то качели просто, и все. Скамейки, которые можно сломать. Да уж. Давайте пойдем по шоссе лучше на всякий случай. Не хочется рисковать. Слушайте, ну крутая локация. Ну, то я знаю, очень крутой такой дом, громадный, с маяком. Надо будет отобраться за сегодня, постараться. Я так подозреваю, справа тоже все в море будет, да? Или что у нас там справа? Ну, озеро какое-то гигантское. Угу. И по нему лучше не ходить, судя по всему. Нехороший у него цвет. А что у нас там? Это, по-моему, чувак лежит, да? Фиг его знает. Пока-то они будут спускаться. Хотя тут рядом находимся. Я потом поднимусь вообще сюда. Или какой-то зверь лежит, не знаю. Пока непонятно. Могу не подняться, но посмотрим. Ладно, рискнем. А-а-а. Как стен. Да, я так и думал, что это олень. Была у меня такая мысль. Так, подняться наверх я смогу, надеюсь. Если нет, подсади по низу. Но есть шанс, что я не поднимусь нифига наверх. Давай, мужик, поднимайся. Фух, получилось? Yes. Давай.
Отлично. Мы спасены, и мэп снова наверху. Хорошо, тут какой-то туннель, вот так, какая-то река вытекает. Значит, получается, что где-то в этом стороне должен быть маячок. А может, вообще какая-то переходная локация? Потому что как-то должно по-другому называться. Это, скорее всего, наверное, переходная локация, скорее всего. С большой вероятностью, что это она. Ну, круто, круто. Посмотрим, что мы найдем. Карта, естественно, новой локации ближайшей, наверное, недели не будет. Ну, там дня 3-4, пока все не разведут, потом ее не нарисуют. Естественно, мы ее не увидим, поэтому мы... Это повальный... Такое чувство, какой-то смерч прошел. Так, ладно, пора туда валить. Чтобы эти не мешали, на нас не нападали. Так, вот тут что у нас оказывается. Там дома какие-то испорчены, да? Да-да-да. Это просто, скорее всего, банальная локация переходная. Вот, потому что все дома разрушены, смотрите. На это прямо сами, нам сами намекают. Как подняться наверх, теперь вопрос. Подумал с ружьем, потому что, блин, не хочется рисковать. Ну вот, переход, наверное, на нормальный локал. О, пикапы, есть пикапы! Пикапы! Новые тачки, пикапы! Это у меня есть пока что. А, если у меня это в нормальном состоянии находится, то, что я сейчас говорю, что у меня оно есть. Ну, у меня все хорошо, да. It's пикапы, детка! Так, ну бесполезные, по сути, машины. И даже багажников нету нормальных, которые можно чуть полакомиться. Так, а тут тупик какой-то. Слушайте, мне кажется, что локация еще какая-то маленькая, но, судя по всему, да, я говорил же. Ладно, пойдем тогда, у нас нет вариантов. Пойдем сюда. Может, только с самого начала локации, может, ну, я маяк видел точно, помню какой-то. С другой стороны, не факт, что здесь может быть войти, просто, ну, как бы, может быть, есть какие-то другие варианты. Вот, например, что-то такое интересное. Какая-то шахта, судя по всему, будет, да? Только не видишь, что там будет шахта. Да, блядский дядя. Серьезно, шахта? То есть решили переходную шахту сделать? А, переходную шахту, скорее всего, знаете, что будет? Наверное, будет новые... Там уголь, видим, ну, новые вещи. Ты, может быть, даже где-то видим готовые кузницы, что в там вроде так. В шахтах вроде никто не бродит, если я не помню. Сколько я помню. Нет. У меня, конечно, жесткая усталость. Конечно, хотелось бы остаться и отдохнуть здесь рядом. Но мы потихонечку пойдем. Вот уголь, кстати. Если кому интересно. Пока не будем брать, мы будем знать, что он здесь находится сзади. Не хочу прям везде носить, мне места нету особо сильно. Тебе только самое необходимое. Ну, может, даже пилу найдем с вами. Или молоток, я вам покажу, что это такое. Это мне, в принципе, не нужно пока что. Факел возьму, потому что там будет темнота. Кстати. Так, пожалуйста, лучше с факелами. Поэкономим. Потом все будет красное у нас, но ничего. Сколько ты весишь, уголь, покажи мне. Ладно, возьмем угля. 3 штуки. Может быть, найдем там печку какую-то, да, вот эту, которая форж, так называемый. И, может быть, надо будет что-то скрафтить, а пробудем, знаешь, либо топор, либо нож. Хотя херово видно с этим факелом. Хотя здесь тупик. А, нет, подожди, здесь не тупик. Да ладно. Я бы, честно говоря, под завалом так вот просто не полез. Мне реально было бы стрёмно. Но здесь не будет никаких там пауков, там никаких новых монстров не появится там. Нас тут не обрадует. Опять развилка. Ну, мое золотое правило, если там всегда в левую сторону, пойдем на левую сторону. Потому что все всегда выбирают направо, я буду выбирать всегда налево. Пойти. Пойти налево. Так.
главное внимательно смотреть, потому что они очень сильно освещают эти гребаные факелы. Ну и хотя бы не жалко. Пещера. Опа-на. Так. Ткань. Станок, фонарь. Вот фонарь возьмем. Так, это мы выкинем тогда нафиг чертям. У нас, по-моему, 3 фонаря с собой не ношу. Пора уже пользоваться нормальными фонарями. Вот сначала мы этим попользуемся. О, так лучше видно, да? Хорошо. Не будем ничего брать, чего-нибудь тоже не будем. Посмотрим, есть что-то новое. Так, у нас повязка, фонарь, капкан, крючок, леска, удочка. А есть ли там форж, так называемый, нет? Ну, значит, кажется, как-то по-другому. Потом разберемся, я надеюсь. Хорошо, пойдем дальше. У нас 3 фонаря, в принципе, много керосина. Проблем не должно составить никакой. Никакого. О, патрончик, это хорошо. Теперь у меня на вес золота, потому что все время... Гвоздодер, какого уровня он? В смысле, какого он? 48, а мой какой? Гвоздодер, где мой? Ух, вот он, у меня намного лучше. Так, ну все. Чувака засыпало. Шел. Вот, смотри, еще один уголь. Пик. Ну, много брать не будем, нам немного не нужно. Куда-то вниз уходим. Я вот думаю, может вернуться, поискать там чего-нибудь интересного. Посмотрим. Ну, походу, я правильно выбрал дорогу. Видите, всегда... вариант всегда идти налево помогает. Работает стопроцентно. Я уже, кстати, устал. Очередной уголь. Ну, уголь теперь только можно найти в шахтах. Это если вы скрафтите себе печку каким-то образом, я не знаю. Может быть, печка находится непосредственно в шахтах будет. Тоже есть такое... Там выход. Тут у нас что? Тупик. Так, ну можно, в принципе, вернуться там попытаться. Тут, я так понимаю, выход на новую локацию, да? Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Сейчас узнаем, как эта локация называется на русском, Desolation Point, как они перевели. Леска пока что не нужна. Тоже не нужна. Вот, зона запустения на русском называется. Ну, Desolation Point примерно так правильный перевод, на самом деле, все правильно. Я вот думаю, может вернуться туда? Как думаете, посмотреть туда? Быстренько сгоняем, посмотрим. Может быть, два пути, может быть, можно на разные локации попасть? Это правильная локация, влево пойти. Пойдем туда сгоняем, по-быстрому сбегаем. У нас, в принципе, есть тут пока время, хотя я, конечно, уже перегружен. Посмотрим. Просто, ну, не хочется пропустить что-нибудь вкусное там. Вдруг там реально печка стоит. Кому это нужно пропускать такое-то, а? Мне не нужно. Так, так, так. Это не здесь. Вот здесь факел горит, все правильно. Бежим дальше. Сюда. Но главное не забыть, где налево поворачивать. А такое тоже может быть. Может быть, поспать в пещере, как думаете? Вот направо, да? А, тут был тупик направо, что ли? Это начальная локация, если не ошибаюсь? Вот, блин, а! То есть я правильно изначально выбрал, а думал, там что-то по-новое будет, а там, кажется, тупо тупик. Тупо тупик. Видите, какая система? Это, кстати, есть такая теория, что надо выбирать, вот, допустим, у вас 3 варианта, да? Какой вы выберете? Выбирайте самый левый. У вас будет, допустим, ну, неправильный вариант. Какой из двух остальных выберете? Выберите опять левый. Не выберите потом правый, потому что большинство людей выберет именно правый. Такая теория, теорема такая какая-то есть такая. Очень крутая. Поэтому я ей всегда пользуюсь. Она не всегда работает, но шанс гораздо больше, чем направо. Ну, вы поняли. Ладно, возвращаемся. Возвращаемся. Так, я думал, может быть, поспать. Там-то здесь какая температура? Здесь-то жарище. У меня здесь все характеристики в жопе полной. Особенно усталость там.
Да, усталость вообще смертельная усталость, уже перешли на рубеж. Я думаю, поспать прямо около выхода. Как думаете, посмотрите, какая там будет температура? А, я же держу факел в руках, подождите. А сейчас будет температура, сейчас посмотрим. Факел, точнее фонарь, плюс 5 градусов, да, градусов, 13 градусов. Ладно, давайте спать здесь. Здесь безопасно, пока им это сделать. Мы сейчас только попьем, поедим. И пойдем. Блин, придется... Сколько часов дневного времени, подождите? 5 часов. Блин, я выйду просто в темноту в итоге. Надо будет подумать насчет этого. Хорошо, кушаем-то паёк. Тысяч под калорий восстановил, отлично. Пьем водички, хоть с водичкой проблемы. Но тем не менее, я посплю хотя бы часа два. Давайте для начала посмотрим, сколько поднимет мне. Надо было чай выпить, а чай негде выпить, блин. 3 часа дневного времени, там будет уже темно, я вам серьезно говорю. Сейчас посмотрим. Ладно, вдруг окажется рядом где-то здесь какое-нибудь здание какое-нибудь, может быть, переночуем уже в зоне запустения. И посмотрим, сколько нам идти. А, ну вот там, где был тупик, видите, вот мы прошли через верх, в итоге туда надо пилить. Но проблема в том, что здесь я не могу спуститься, потому что это... Не, могу здесь спуститься, почему нет? Но опасно. Не знаю, давайте пока пройдемся, посмотрим, что здесь как. Ну, начать на открытом месте я не хочу, потому что тут волки. И порвут мне жопу. Это по-любому. А это у нас обход, что ли, такой чел? Я, наверное, сокращу путь. Сокращу. Что это такое? Нет, я думал, какое-то новое растение, это старое растение. Старый, добрый. Да, это спуск более культурный. Хорошо. Немножечко мы отдохнули. У нас есть какое-то время, у нас есть ночь. Если что, мы зажгем факел, пойдем с факелом. В принципе, с факелом. Единственное, что я не увижу нифига вдалеке ничего. Ага. Пока туда не пойду. А, можем в машине переночевать, в принципе, безопасно. Че я парюсь вообще? Пикапе. This will come in handy. Да нет, как раз таки мне это не пригодится нифига. Какое-нибудь оружие не висит? Какая любит американцы сзади пикапа, да? Какой-нибудь дробаш. Пошли посмотрим. В эту сторону сходим. Конечно, сейчас хорошо бы найти мне хижину, но если что, мы переночуем в пикапе. Там, по-моему, тепло достаточно должно быть. Какая-нибудь там ветра. Но если не ошибаюсь, вот это да, тут должно быть заблокировано все, потому что тут, помните, с той стороны тоже заблокировано. Да. Только бревна валяется. Ладно. Ладно, пробежимся. Сколько нам еще времени осталось? 3 часа дневного времени. В принципе, есть шанс. В любом случае, у меня есть факел. Я могу бежать с факелом. Мне волки набавят в любом случае не будут. Но если будет какой-нибудь медведь, то мы больше не увидим этого с вами в этой серии. Это шоссе. О май гад. Хорошо. Что это такое? Как думаете? Варианты? У меня, блин, еще устала скотина. Слушайте, может слева есть что? Что полезное? Там какая-то будка. Нет, это гигантская локация. Нет, мне кажется, она нормальных размеров. То есть там, то, что я видел, это было, по-моему, реальное переходное шоссе. Что это такое вообще? Я там домик видел. Блин, за что? Что, одни шахты, что ли? У нас, ребята, выбора нет, видите? Погода портится, смотрите. Какие-то, блин, механизмы от шахты. Ладно, здесь зомби нападать не будут на шахте. Ну что, переночуем так в шахте. В принципе, тут неплохо. Нажгем фонарик.
Хорошо, что у нас валяется интересного? Шапочка лыжная. У меня более прокачанная шапочка. Я с собой до сих пор ношу эти... Как называется? Надо их выкинуть. Уголь ношу на килограмм. Бесполезная штука это. Уголь. Так, ящики. Так, быстренько осматриваемся, ложимся спать, потому что я уже на грани. Я спальник здесь забрал. Будет прикольно, если я спальник забыл забрать. Тогда будет жопа. Или пойдем по шахте погуляем. У меня просто вот, видите, на грани тут. Давайте все-таки поспим немножко хотя бы. Мы можем пойти ночью погулять по шахте, какая разница. Вот так мы это сделаем тогда. Часа три поспим. Пойдем ночью погуляем, наверное, по этому гребаному... Как он называется? По этой пещере. Попить. А, у меня с водой проблем. Блин, я забываю всем про воду. Хотя нет, нормально еще. Килограмм 400. Уже килограмм стал. Так, насколько я... Блин, не знаю, посмотри, насколько я уже... Как это называется? Отдохнул. Все, заберем спальник. И потихонечку пойдем, типа, гуляем, пока ночью по этой штуке. Может, что найдем интересное. Может, реально где-нибудь в хорде будет какой. В принципе-то... Я еще проверю, потому что я все именно направо хожу. Тут налево. Опять же, видите, на справа стороны шахта одинаковая. Заблокирована. Ой. Нам куда-то сюда надо. Ну, я надеюсь, реально таких волков не будет в шахте. Как они могли зайти в шахту? Там закрыто все. Так что это нереально. Ну, мне бы найти печку, чтобы заапгрейдить себе. Там, по-моему, можно металл переплавлять и улучшать... Ну, чего нужна, собственно, форж, чтобы переплавить металл? Металл валяется у нас около входа, я видел, если что. А вот тоже валяется, смотрите. Но без печки это бесполезно. Это возьмем. Тушить. Я думал, я уже буду тушить свою говядину. Спички не надо. Слушайте, ну круто, круто. Новая локация, я прямо сейчас сегодня в нее утону, наверное. Надолго. Даже сома не записать забуду. Надо допройти уже, сколько можно. Хорошо, пойдемте вперед. Мне что-то кажется, что я где-то выйду в другом месте. Я же говорю, что-то не то. Ладно. Я сейчас на улицу. Так, вход с восток. Хорошо, что я взял с собой спальный мешок. Ну давайте, блин, хрен с ним. Я просто не здесь был, хочется все пройти. Я думаю, все-таки мы вернемся, пойдем с той стороны, наверное, чтобы насквозь не проходить эту гору. А то это будет как-то не очень... То есть хочется все посмотреть, в итоге-то, по сути, не все. Будет не круто. Там, между, по-моему, уже рассвет начинается потихонечку. Так, нам, походу, сюда куда-то. Да. Так, спальный мешок. Тушим эту херь. Ложимся спать часов на 5. Между прочим, жизнь, что-то у меня было меньше. Стали восстанавливаться, это хорошо. Шахта — это место домов, то есть тут тоже можно неплохо отдохнуть. Пьем газировочку. Так, я эти штуки... Банки, тут надо очень весь есть, их только надо есть... Давайте съедим, сколько мне нужно калорий. Главное тут не травануться, понимаете? Потому что я одно дело съел, уже траванулся. И испорченный, есть шанс травануться, поэтому лучше не есть. А сколько нам осталось времени? Надо еще поспать. Еще 4 часа спим. Будем полностью такие бодренькие, выйдем поутру, пойдем потихонечку. Главное, чтобы хотя бы хоть как-то было светло, в принципе, и погода была хорошая. Хорошо. Надо как-то с водой больше разруливать, потому что водой что-то у меня мало, постоянно
не хватает. Ребят, выходим на улицу, ура! Да, холодновато, конечно же, будет, но... Потому что утро очень сильное. Просто мы где-то с той стороны где-то вышли, понимаете? Я хочу все посмотреть. Я же столько заждал новую локацию, чтобы... Просто пробежаться по-быстрому, посмотреть то-то, все. Это было бы круто. А вон, собственно, тот маяк, который я говорил, наход, да? Я был прав? Да, вон на том маяке как раз-таки и будет то, что я говорил. Там маяк, с туристическим центром. Пришлось дверь закрыть. С туристическим центром каким-то будет. Я предлагаю это прямо сразу двинуть. Потихонечку. Потихонечку побежал. What do you know? Looks like I survived another night. Это точно. Еще не валяется вроде. Так, надо аккуратно бежать, потому что, во-первых, можно нарваться на волка. Обойдем просто. То есть мы не заберемся? Мне в любом случае придется наверх забираться, да? Хорошо, но не проблема, сейчас заберемся. Отличненько. Так. Ну, напоминаю, что мы в Канаде, поэтому канадский флаг, собственно говоря. Ну и Канада такая местность, все сурово, и без апокалипсиса все очень сурово и холодно. И, помимо всего прочего, много озер, по-моему, в Канаде. Таких рек, озер там, по-моему, дофигища. Так. Не, это просто маяк. Я видел какую-то гигантскую, такую около маяка там было. Может, еще один маяк какой-то будет? Должно быть какое-то гигантское сооружение. Может быть, я просто сейчас не вижу? Не знаю. Ну, раз там коршуны летают, значит, видимо... Или кто-то там не коршуны, там падальщики, короче, какие-то. Есть тело рядом. Слушайте, локация крутая очень. Маяк. Так, а где вы летаете? О! У чувака был шарфик. И ножик, смотрите, валяется. Ну, какой-то обычный ножик или может какой-то необычный? Давайте посмотрим. Ну, обычный ножик у меня, в принципе, есть. Там что-то еще валяется. Ух, я думаю, я уже назад не заберусь. Ну что, гоу маяк? Маяк крутой. Ай! Маяк крутой, но я пройти не могу, отлично. Глюки в текстурах. Ничего, бывает. Фух, зажгем сейчас, наверное, лампу, чтобы было видно, что тут вообще происходит. Зажгем ее, до конца допалим и, наверное, выкинем, потому что смысл на себе три лампы. О, вот еще, кстати, одна лампа. Просто шикарное место, ребят, смотрите. Все, что хочешь, есть. И красиво там, внутри маяка просто шикарно. Свечки не нужны. И освещение, фонарь запасной. И дрова забыл, ты куда положил. И печечка есть, только жаль не та, которая нужна. И вода есть, да? Шикарно. Ну, поду можно теперь здесь кипятить, так что проблем с этим нету. Книгу-то тоже не можно. Блин, я здесь поселюсь. В самое крутое место. Можно будет сверху там посмотреть? Все, я буду жить здесь, на маяке. То, что маяк охренительно крут. Это будет моя третья база на локации с, ну, Desolation Point, по-моему, зона отчуждения, как это так называется. Как там шапочка? Best be prepared for anything. Шапочка уже поюзанная была. Все это, естественно, не работает. Ну, я там не буду смотреть. Мне, в принципе, все нахватает с всякими этими... как называется? О, можно даже поспать. Офигенно круто сделано. Покушать персиков можно. Радио, который не работает. Ищем патроны снизу. О, кликеры валяются, видите? Как важно заглядывать под кровати в этой игре. Здесь я смогу выйти потом на самом верху маяка, чтобы посмотреть как-то. Будет интересно. Много металлолома, но мы не можем. Или может быть в обычной печке это печь. Может, что-то не знаем, посмотрим. А там вроде как нужно на форч.
Надо будет взять металл, посмотреть, можно ли в обычной печке разогреть металл. Может, я что-то путаю, и можно. Мы сегодня проверим эту обязательную штуку. Сейчас возьмем металл. Попробуем разогреть. Может, реально что-то сработает. А столько вот дров можно сделать из этого всего, из полочек. Класс. А вот, собственно говоря, сам маяк. Так, выйти я могу на маяк? Топор. Что топор? Топор. Это заброшенная шахта номер 3 с востока? Это у меня шахта? Что? А выйти как-то можно? Я бы вышел. Я прыгаю. А, и вот можно выйти. Я думал, что я прыгать не могу. Так, это проверим. Может, можно как-то маяк запустить? Как-то он не активируется нигде. Что-нибудь пожечь внутри нельзя? А, ну вон там где-то будет, наверное, та большая, вот там впереди висит. В общем, мы теперь видим светло, с расцветом. Там оттуда мы пришли, там бегали, там мы можем пойти на ту сторону с востока. Там еще какая-то гигантская. Ну, еще карта гигантская все-таки. Я ошибался. Вот волк, вот смотрите. А вот там, где я так подозреваю, будет какая-то гигантская... О, корабль, смотрите, есть даже. Офигеть. Вот это круто. Так. Потрошка. Это тоже хорошо. Блин, офигенная локация. Я здесь буду, короче, в этом маяке жить. Потому что маяк просто опупенно круто сделан. Я просто в шоке. Сейчас пойдем проверим с вами. А можно ли в этой печке расплавить металл? Или нужно будет куда-то строить? Потому что я строить не могу. А, то я это внутри у маяка уже. Просто что, не видно? Я думаю, игра загружается. А просто нифига не видно, оказывается. К сожалению, маяк нельзя как-то подпалить. Было бы прикольно, чтобы он работал. Но фиг с ним. Так, спускаемся вниз. Отсюда будем делать вылазки наши. Хорошо, берем дрова. Берем печку-буржуйку. Поджигаем. У нас еще большой успех на поджигание. 79%. Я прокачался, кстати, за ночь. Когда вы там между сериями было на ночь, где я там отравился, прокачал себе за одну печку буржуйку. Ну, разжигание костра, какая печка буржуйка, черт. По-моему, это офигенно круто. Так, ну проверяем, можно ли будет. Так, во-первых, мы, наверное. Можно факел взять, кстати. Можно ли как-то что сделать? Банка кофе, топить снег. Нет, нету здесь. Какая-то нужна, может, что-то можно как-то из печки делать с помощью каких-то молотков и хаммеров, которые будут находиться, может быть, только на новой локации. Кстати, можно взять факел. Чё париться? Ладно, дорогие друзья. Да, к сожалению, нельзя. А, кстати, чё я время трачу? Хотя... Ладно, растопим литр снега, хрен с ним. Просто жалко. Он уже запалил, потратил. 6 минут. Нормально. Питьевую воду мне потом может таблетками расфигачить и будет нормально. Так. Фонарь аварийный, все хорошо. Ну, в принципе, давайте выйдем. Посмотрим на свежий воздух. Как там у нас? Минус 5 градусов. Все, в принципе, неплохо. Ну, потихоньку пойдем вот в эту сторону, там по пути посмотрим, что мы найдем. Но я вообще хочу ходить, конечно, обязательно вот к этой лодке. Это будет где-то там спускаться с моста, и вот так пешком идти. Тут опасно спускаться. Можно ногу расшибить. Ну, маяк просто офигенский, да? Сейчас я вам покажу. Маяк просто крутой. Факел, падай. Офигенский. Да здравствуй, давайте еще гимна Канады не хватает, и все будет нормально. Ладно, друзья, давайте заканчивать уже прямо в маяке. Спасибо, что смотрели, будем в следующей серии. Это офигенно круто. Пока.